Всем привет! Сегодня сделаю маникюр часы. Перед покрытием гель-лаком ногтевую пластину я запиливаю бафом. Баф, конечно же, берите слабой абразивности, у меня 320. Затем я обезжириваю ногти и буду наносить базовое покрытие. Наношу тонким слоем и буду просушивать в лампе. Покрываю ногти красным гель-лаком. Покрывать буду в два слоя, каждый слой просушивая в лампе. Для дизайна я буду использовать тонкую кисть, гель-краску белого и черного цвета. Также буду использовать мелкие стразы. Все есть в описании под видео. В дизайн я наношу на липкий слой цветного покрытия. После того, как просушила белую гель-краску, буду наносить черную и также просушивать в лампе. Просушиваю гель-краску в лампе и затем буду наносить финишное покрытие. На него я буду клеить стразы. Просушу этот ноготь в лампе и буду наносить финишное покрытие на остальные ногти.
Ноготь со стразами также нужно закрепить, воспользуясь при этом тонкой кистью. Убираю липкий слой. Вот такой у меня получился дизайн. Кому понравилось, ставьте лайк, не забывайте подписываться. Для вас будет еще много интересных видео. Пока-пока!